Для юной Дарьи Бичан это не первый выход на сцену. 3 года назад любовь к музыке привела ее в школу искусств. В свои 11 девочка уже уверенно выходит из-за кулис. В группе поддержки не только родители, рядом руководитель и одноклассники. А главный козырь в рукаве – народная песня. В стиле акапелла, только голос и микрофон. В современном мире народная музыка популярна? Конечно, есть даже песни, которые обработаны, ну, народные песни, которые обработаны более современно как-то и тоже звучат хорошо. И они в трендах сегодня? Да. Бобруйск встречает звездочет. Конкурс для юных талантов в городе уже не первый год, но в 2021 он обещает артистам особую награду – продюсирование партнерства с лейблом и интервью на TNT International. Для абсолютного победителя – сертификат на 2000 рублей. Условия фестиваля максимально приближены к настоящему телепроекту. Работает профессиональная медиагруппа. Мы позволяем выступить артистам разных возрастов. Кроме того, мы их делим еще и на категории начинающие и продолжающие. Ну, можно начинать в 14 лет, а можно, как оказалось, продолжать уже в 6. Поэтому для такого каждого артиста находится время, возможность и условия шикарного дворца Бобруйского культуры для выступления, для презентации своего творчества. В 21 веке творчество и социальные сети связаны неразрывно. Каждый артист должен продумывать контент, общаться с аудиторией, знать алгоритмы. И, конечно, давать интервью. Этому направлению на конкурсе отдельное внимание. В холле ДК особая зона, где можно проявить себя и записать видео. В качестве поддержки специальный гость, блогер Miracle, прямиком из Москвы. В его ТикТоке 10 миллионов подписчиков и суммарно 220 миллионов лайков. На его странице тренды и веселые коллаборации. Инфлюенсер точно поможет попасть в рекомендации. Это вау, город, это очень крутой город, мне тут очень нравится. Беларусь супер страна, я сюда приехал вообще первый раз в жизни из Москвы. И по сравнению с Москвой, конечно, совсем другой город, но самое главное, тут такие крутые люди, вы тут все очень крутые, мне тут очень нравится, я бы тут остался. В этом году фестиваль расширил масштаб. 45 городов, 13 стран – Мальта, Израиль, Украина, Беларусь. Многие участвуют дистанционно. И наблюдать за программой может любой желающий. Для этого ведется прямая трансляция в YouTube. Сотни молодых музыкантов, певцов и танцоров – это реальный шанс стать мировой звездой. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.